sensational. Getting closer. Oh! Captain Marvel! The Scorpion touch. Oh my God, an insane! Eriksen. Oh, what a strike! Murdoch! К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев. Well, a very warm welcome to you on this one. Танцев и Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лига. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямой. Пришло время матча на Селхерст Парк, но все надежды, что дождь прекратится, были смыты этим. Кристал Пэлас с первых минут выпустил следующий состав. Висенте Гуайта занял место в ворот. Патрик Ван Анхольд в обороне играет с Джоэлем Уордом. Уилфред Заха с первых минут играет с Андресом Таунсендом на флангах в средней линии. И впереди сегодня играет Кристиан Бентеке. Итак, стартовый состав Брайтона. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Кристал Пэлас с первых минут выпустил следующий состав. Висенте Гуайта занял место в ворот. Патрик Ван Анхольд в обороне играет с Джоэлем Уордом. Уилфред Заха с первых минут играет с Андресом Таунсендом на флангах в средней линии. И впереди сегодня играет Кристиан Бентеке. Итак, стартовый состав Брайтона. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Кристал Пэлас с первых минут выпустил следующий состав. Висенте Гуайта занял место в ворот. Патрик Ван Анхольд в обороне играет с Джоэлем Уордом. Уилфред Заха с первых минут играет с Андресом Таунсендом на флангах в средней линии. И впереди сегодня играет Кристиан Бентеке. Итак, стартовый состав Брайтона. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Игра началась, смотрим. Ридевальд. Мяч у соперника теперь будет. И есть на фланге место. Штрафную подача. И все хорошо было в этой атаке, но в створ ворот он не попал. Удар у него явно получился не таким, как он рассчитывал, и мяч пошел мимо створа ворот. Игра началась, смотрим. Ридевальд. Мяч у соперника теперь будет. И есть на фланге место. Штрафную подача. И все хорошо было в этой атаке, но в створ ворот он не попал. Удар у него явно получился не таким, как он рассчитывал, и мяч пошел мимо створа ворот. Игра началась, смотрим.
Лидевальд. Мяч у соперника теперь будет.